Ой, извините, у меня с камерой все плохо. Всем привет, с вами я, Антон Роман, или же Мистер Фантази, и сегодня... Да, у нас видосик очередной. Как вы помните, вчера я сделал, выпустил видео, как меня чуть не забанили, и я очень испугался. Очень, правда, очень испугался, и... Только в честь этого я выпускаю этот новый видосик, то что все нормально, меня не забанили, Сейчас, подождите. Слеза. Даже птичка Angry Birds это подтвердит. Итак. Мне похуй. Короче, она сказала, ей похуй. Уи! Angry Birds разбушевался. Вот такие вот дела. Сегодня у меня выйдет еще один влог. Влог, мать его, влог! С моим другом мистер Джон Рэнсом. А мне хуево страшно. А знаете почему? Потому что я один дома. А вы думаете, почему я матерюсь? Смотрите, какая ниточка. Доказать-то, что у меня есть нет. Смотрите. Ой. Вот, видите, черную. Эту штуку. Это ниточка. Я знаю, что это вам будет не очень интересно, но... Мне тоже не интересно снимать одному. О, я ниточку порвал. Пока ниточка. Мне интересно. А что же делать мистер Дрон Дрэнс? Напиши как в комментариях. Ладно. Обработаю это видео. Пожалуйста, ставьте лайки, потому что с этого момента я буду в Кинмастер. Ну, это такое приложение. Буду обрабатывать все видосики сильно. Все. Все видосики очень хорошо, только что будет качество number one. Yes. Ну ладно, всем удачи и всем пока.